Так, друзья, там рыбак рыбачит один. Не знаю, что он здесь ловит вообще, чем пришелся рыбачить, почему. И снова всем привет, друзья, подписчики канала. Выехали опять на рыбалку, на очередную. Будем пробовать ловить крупного карася. В планах на сегодня поймать трофейного карасика. Да, видишь, хорошенькая удочка. У меня же все старые удочки. А? Да, один. А больше, по-моему, не надо, да? Угу. На червик она мне и это. Да. Заклевала? Ага, что-то хочет сказать он там. Это карасик, походу, клюет. Ага, что-то. В клеветах, да? Дерзко, и все, все. Не то, что клюет. Друзья, жара такая стоит, не знаю, карась будет клевать, нет вообще. Вроде как на карасика похож, поклевка такая долгая. Карасик, карасик, по-любому. Дед карасей. Видишь, он долго тебя мучает, наклюется. Ты раз помнишь, он долго тоже клевал карась крупно. Клюется он до сих пор, да? Скорее всего, мелкий карасик, небольшой, мелкий такой. Да-да. Что, так нифига не повел? Поплевал, поплевал и все. Друзья, сегодня по клевку у нас что-то пока нету. Пока мы еще ничего, ни одну рыбку не поймали. Жарко у нас, скорее всего, за этого рыбка не клюет. Такие две рогатульки мы приобрели. Тишина, поплавки стоят, молчат. Поклевок нету пока. Друзья, смотрите, линечек такой попался, красавец. Даже не клевал, удочку вытащил, он там сидит. Такой. Красавела. Отпустим мы его. Опа, опа, опа. Все. Не хочет его. Дых, дых, он трепещется. Ленек. Давай, плыви. Все, ушел. Ушел линячек. Даже не клевал, видишь прям. Поклевка? Поклевочка, поклевка. Это не карась, походу, да? Точно. А может быть его. Твой любимый окунь, наверное. Кушок. Что там? Может был тащить, походу? Или получше? Так. Траву завел, да? Окунь. Окунь, да, был? Видал его?
он. Карасик, да? Маленький, но карасик. У нас первая рыбка. Первый карасек. Еще где у нас там садочек? Опа. Вот такой карасек. Опа, попался. Чуть-чуть палец. Они перешагнули. Вот он карасик. Так, друзья, вот такой карасик на удочку у нас клюет. На поплавочную удочку. Окунь. Окушок. Окушарик, окушочек. Такой окунь маленький вообще, прям крохотный. Зато червя всего избил. Вот. О, окунь какой крупный. Окушок. Так, не очень крупно, отпускаем его. А уже не отпустим, друзья, он там заглотил сильно. Сильно заглотил. Привет, оставить его. Карасик маленький. Вот он, маленький малыш. Сегодня у нас что, слабо по карасю вообще, друзья? Вот так. Жара спала вроде немного. Все, друзья, собираемся мы домой. Немного порыбачили. Поймали пару карасиков. Денек был. Все, друзья, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был канал Рыбалка 07. Всех до новых встреч. Всем пока, друзья.